Друзья, всем привет! Вы на канале Географ на задании. У нас вылазка, смотрим. Куда мы, Матюш, приехали? В Москву мы приехали, по делам. Матвей вон там глазеет на пробку, на поезда, которые проносятся мимо. Да, едем в машине. Что ты видел там, Матвей? Поезд видел, правильно. Малыш смотрит поезда, смотрит трамваи, автобусы, ему все интересно. Проезжаем мимо Москва-Сити. Ну как проезжаем? Смотрите, как проезжаем. Вот так мы проезжаем. Едем уже таким образом 2 часа. 2 часа, вот. Вот, смотри, Матюш, ласточка едет. МЦК. Да, ласточка. А Москва, конечно, все больше напоминает мегаполис из фильма про будущее 20-30-летней давности. Еще один поезд, где-то еще один поезд. Бережковский мост. Вот. Длина 493 метра, ширина 39 метров. Год постройки 1999. Если кому-то вдруг понадобится, вот вам небольшая справка. Подумать еще 30 лет назад, что в самом центре Москвы, практически в самом центре, будет стоять вот такой вот комплекс небоскребов. Вот такой вот. Будущее наступило. И это круто. Как же я по вам не скучал, ребята, вообще не скучал. 2 часа полет нормальный. Вон он. Поехал. Друзья, всем хорошего дня. Если вам понравилось это солнечное московское видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И до новых встреч. Малыш, скажи что? Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.